Привет, это Анатолий из магазина Жарпарком. Сегодня будет небольшое видео про маленькую-маленькую печку Вира. Завода Вира, называется Арктик. Это обычная буржуйка. Вот она стоит, работает. Ее поставили очень быстро, ну, буквально 5-10 минут. Просто нужно было быстро поставить печку. Вот видите, кипит вода. Вот печка в работе. Значит, вот зольный ящик у нее. Там уже вода. Вода кипит. Огонь горит. Длиннющие дрова в нее вылезают. Где-то сантиметров 45. Вот. Такая обычная классическая буржуйка, недорогая. Вот она работает. В принципе, можете посмотреть на сайте Viroros про эту печку. Техническое описание. Мое дело просто показать, что печка работает. Тяга есть, вода кипит. Отапливает она огромную землянку. Вот. Тут дымоход по-простому, то есть без сэндвича, без ничего, просто нужно очень срочно было поставить печку. Все это потом будет сделано, утепление дымохода. Вот сейчас задача просто, началась осень, и надо быстренько поставить отопление. Естественно, все это будет кирпичами обложено. Вот печка как печка. Вот у нее видно чугунина, она закрывает вот эту вот часть, там где стоит вода, кастрюльки. В общем, вот такая вот печка. Печка как печка.